дорогие наши посетители, сегодня у нас особенный день. Мы благодарим нашего милосердного Господа за то, что Он предоставил для нас эту возможность. И как написано в Слове Божьем, что прежде всего прошу совершать молитвы. Те, которые сидят, те, которые стоят, те, которые сидят, встанут, которые стоят в молитве, но вспомнят против то нашего Господа и будем молиться, Господь благодарит нас. Боже наш, Отец наш Небесный, во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы приносим Тебе нашу искреннюю сердечную благодарность за Твою любовь, за Твое человеколюбие, за спасение, которое Ты совершил на Голгофском кресте для каждого грешника. Мы благодарим Тебя, Отец наш Небесный, что было время, когда и на нашей земле Слово Твое Святое было занесено теми, которые любили Тебя. Мы благодарны Тебе, милосердный наш Господь, за то, что сегодня и в нашем доме молитвы присутствуют наши дорогие братья и из далекой страны. И особенно мы благодарны Тебе за то, что брат доктор Пилигрим сегодня, и мы видим сегодня осуществление его молитв и наших молитв. Слава Тебе за это. Господь наш милосердный, но наши очи сердечные направлены к Тебе. Мы ожидаем от Тебя сегодня благословений. Мы ожидаем, Господь, что Ты прольешь Твои благословения на человеческие сердца. Тем, которые познали Тебя, Ты, Господь, вселишь новые силы для того, чтобы идти за Тобою. И Ты знаешь тех, которые еще не знают спасения. Тех, которые нуждаются в внутренней перестройке, во внутреннем изменении, в рождении свыше. Мы просим Тебя, Господь, милосердный, возьми братьев и проговори сам через них для всех нас. Благослови, Господь, от начала и до конца. Прибудь с нами. Хвала Тебе за все, наш вечный Бог, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Братья и сестры, будем петь центральный слог сборника 2. Отче Небесный, Боже могучий, Ты утешитель, Дух правды, Ты всюди присутній, всеведучий, будучи з нами, нас просвіти. Боже, спаси.
I would like to greet you with a word from Ephesians, the third chapter, verses 14 to 19. Я хотел бы приветствовать вас и одновременно молитвенным текстом из Ефесянам, 3 глава, здесь 14 по 19 стихи. Читаем 3 глава Ефесянам. Для всего преклоняем колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли посмириться со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией. Благодарны брату доктору Мудрому за слово, которое мы слышали, и приветствуя наших зарубежных гостей, всех тех, которые посетили наш молитвенный дом, мы поем только один куплет из сборника духовных песен 353. Новый напев 53. Отрадуй небесный для сердец нам послал Отец, для радости ясно собрал наш лист ему этот час. Всем привет, братьям, сестрам, всем привет. Бог призвал чудный свет, будем радоваться днем. Даже у нас в Киеве были церкви до 988 года. И вот на эти торжества прибыли гости из-за рубежа почти из 100 стран мира. Нашу страну посетил президент Всемирного союза баптистов доктор Ноэль Воз, который, к сожалению, не посетил Киев. Мы уже слыхали брата Клода Вумбельмана, президента Генерального секретаря Европейской Баптистской Федерации. Нам очень приятно, что нас посетил помощник Генерального секретаря Джон Вилкинс, он наш неизменный друг, который несколько раз нас посещал, и я думаю, что мы не забыли. Но мы особенно рады приветствовать среди нас всемирно известного евангелиста, нашего другого брата доктора Билли Грэма, а также его сотрудников. Доктор Билли Грэм известный во всем мире, в том числе и в нашей стране, как главный евангелист, который несет людям благую весть спасения, содействует примирению людей во Христе Иисусе. Вчера он выступал в Владимирском соборе, также на торжественном акте в оперном театре, где он сказал, что для того, чтобы была жизнь с избытком, нужна внутренняя перестройка. И мы, конечно, перемена внутреннего состояния, и мы согласны с ним, так как мир в семье, в обществе, мир между государствами начинается с человеческого сердца. Доктор Билли Грэм известный как главный поборник мира, который везде, в том числе и в своей стране, в Соединенных Штатах Америки, где бы он ни был,
содействует установлению добрых отношений между нашими странами, содействует разрушению образа врага. Доктор Берилем, известный как писатель, его книги «Мир с Богом», «Тайна счастья», «Ангелы Божьи посланники», «Мир в огне», «Дух Святой», «Топот копыт» переведены на русский и украинский язык и известны нашему братству. Доктор Берилем в прошлом выражал желание посетить Киев, Украину, и в прошлый раз, 82-м году, когда мы имели беседу, он говорит, я мечтаю, тогда я смогу быть в Киеве. И надо сказать, что он желал этого, а мы молились об этом. И мы благодарим нашего милосердного Господа, что сегодня доктор Берилем находится в древнем нашем прекрасном городе, колыбели христианства в нашей стране. Доктор Берилем будет принимать сегодня участие, будем молиться, чтобы Господь благословил его и духовные, и физические силы, для того, чтобы слово, которое он скажет, оно действительно могло бы принести благословение для всех нас. Мы также приветствуем руководителей нашего союза, брата Алексея Михайловича Бычкова, генерального секретаря, брата Михаила Яковлевича Житкова, заместителя председателя Всесоюзного совета, брата Гнеду Ивана Семеновича, заместителя генерального секретаря, брата Буката Ивана Васильевича, члена президиума, старшего председателя по Белоруссии. И скажу вам, вот здесь сидят старшие председатели областей, служители поместных церквей, и мы их всех сердечно приветствуем. Желаем Божьего благословения и будем молиться, чтобы Господь действительно нас благословил, чтобы мы могли принять и чистую радость, и радость совершенную. И Господь сегодня мог проговорить ко многим сердцам. Thank you.